Лента очень коварный предмет в полете. Это единственный предмет, который летит не по дуге. Летит по дуге, а возвращается всегда вертикально вниз. И вот на этом, видите, даже опытные гимнастки иной раз не успевают среагировать. Влияет множество, на ее полет множество факторов, в том числе и кондиции в зале, пресловутые, о которой часто говорят на соревнованиях. Ну и, конечно, мастерство самой гимнастки. Не только на броски, но и на саму работу предмета. Правильный, влажный воздух. И сквозняк, вот видите, у нас тут, возможно, если наши зрители увидели, что с четырех сторон есть двери. Правда, сейчас их стараются закрыть, чтобы не мешать гимнасткам работать. А вот на других соревнованиях бывает всякое. Бывает, что ленту просто сдувает. И в конце потеряла Стелла предмет и постаралась быстро прикрыть его ногой, чтобы судьи не увидели. Ольга Капранова, Россия. Снова Ольга Капранова, поболеем за нее.